Всем привет! Вы на канале Ирины Ф. Сегодня будут покупки из магазина «Подружка». Давайте начнем с одной покупки, которую я сделала еще в самом конце июня. Это было в скидочный четверг. Я находилась рядом с магазином и решила забежать посмотреть, что же в этих волшебных скидочных корзинах. Ну, к сожалению, в моем магазине они, как всегда, были пустоваты. И единственное, что мне понравилось, и я приобрела – это молочко для снятия макияжа от марки Перфекта. Чем оно меня заинтересовало? Тем, что здесь указано, что для любого типа кожи и также для сухой. У меня как раз сухая кожа. Я подумала, что оставлю его до осени и осенью протестирую. Если понравится, буду с удовольствием пользоваться. Ну, если не понравится, 50 рублей не жалко. Это молочко производитель нам рекомендует использовать в двух вариантах. В первом варианте нанести молочко на ватный диск и таким образом снимать макияж. И во втором варианте нанести непосредственно на кожу, аккуратно помассировать, а затем смыть. Ну, пока будет лежать в запасах. И в подарок за эту покупку, за то, что я купила продукцию марки Перфекта, мне дали вот такую малышку. Она состоит как бы из двух частей. Это скраб вулканический и маска-сыворотка. Ну, приятно было получить подарок. Естественно, пока не пользовалась, наверное, расскажу уже только в пустых баночках. Все остальные покупки были сделаны в начале августа. Давайте начнем с единственной косметической покупки. Это консилер от Max Factor Master Touch. Я всегда покупаю в оттенке 303 Ivory. Использую его не для области под глазами, а чтобы точечно маскировать какие-то прыщики, воспаления, покраснения, ну и так далее. Этот я купила в запас, так как он был по очень хорошей цене, 249 рублей. Обычно он стоит дороже 300. Я открывать его не буду, у меня сейчас, видите, вот такой же в использовании, он уже заканчивается. И сейчас я немного нанесу на руку, чтобы показать вам оттенок. Вот таким образом выглядит оттенок. Специально не стала сейчас как-то распределять активно по руке, да, чтобы у вас сложилось какое-то впечатление. Кажется, что он гораздо темнее, чем моя кожа на самом деле. Когда точечно его наносишь на какие-то прыщики или воспаления, он все отлично перекрывает, никак на коже не выделяется и не смотрится слишком темным. Поэтому я, в принципе, такой покупаю регулярно. А следующее, что я приобрела, это зубной порошок в готовом виде от Фитодоктор. Ну, в принципе, это обычная зубная паста. По моей карте обошелся мне в 55 или 56 рублей, но у меня в этом месяце минимальная скидка 3% по карте и 5% утренняя. Ранее он продавался в фикс прайсе, но что-то у нас он пропал, поэтому вот купила в подружке. Все остальные покупки будут от марки LP Care. Во-первых, я приобрела спрей для тела, это новинка, появился он в подружке только вот в августе. По очень бюджетной стоимости со скидкой в 30% стоит 129 рублей. Я подобные спреи для тела очень люблю, но все-таки мне хочется, чтобы аромат с кожи не пропадал через 5 минут, а держался подольше. Поэтому перед покупкой я почитала отзывы. Отзывы были хорошие, и я решилась на покупку. Приобрела аромат манго. Это один из моих самых любимых ароматов. Кстати, спрей я уже протестировала. Аромат на коже держался около 2 часов, что для такого продукта, по-моему, вообще отлично. И вот в каталоге заложила вам чеком, покажу, какие еще ароматы представлены. Вот такие вот ароматы представлены в подружке. Мне все-таки показалось, что самый приятный манго. Ну, выбирать, конечно же, вам. Если вы любите подобные продукты, то советую обратить внимание. От этой же марки LP Care повторно я приобрела санитайзер для рук. Мне очень нравится вот такой формат, такой удобный прямоугольничек и распылитель в виде спрея. Просто идеально, чтобы кинуть даже в самую маленькую сумочку, не знаю, положить в карман. У меня всегда такой в сумочке обязательно присутствует. И немного, как я это называю, расходных материалов. Забыла, кстати, сказать, санитайзер со скидкой стоил 91 рубль. Может быть, конечно, цена не бюджетная, но уж очень удобный формат.
И ватные диски 120 штук за 60 рублей. И еще взяла вот такую малышку. Здесь всего 50 штук. Обошлась мне в 32 рубля. У меня в сентябре будет очередной отпуск, и я возьму вот такую вот малышку с собой. И также от этой же марки приобрела ватные палочки 100 штук, стоили 23 рубля. И за то, что я купила продукцию марки LP Care на сумму более чем 299 рублей, мне в подарок дали вот такую косметичку. Она, знаете, на ощупь такая силиконовая, кстати, очень приятная. Она небольшая. Мне кажется, такую удобно будет положить в сумочку и, может быть, носить какие-то предметы косметики и гигиены, например, на работу. Ну, в общем, косметичка лишней никогда в хозяйстве не будет. Вот такие покупки у меня были в подружке, все нужное, лишних денег не потратила, всем очень довольна. Всем спасибо за просмотр моего видео, всем отличного настроения, удачных покупок, всем пока!